великий гитарист, наверное, нашей современности, Иван Смирнов и компания. Встречайте, пожалуйста. Готовы работать, петь и играть на этой сцене. Мы споем и спляшем даже. Мы даже спляшем, правда? Сейчас мы слегка подключимся, ладно, немножко, 3 минуты. Сейчас я попробую. Это шутка. Мы привезли свою последнюю пластинку, вот оттуда сыграем сейчас несколько пьес. Она называется «Страна, где ночует солнце». Thank you.
Дмитрий Сафонов, Михаил Свердлов. Такую глубокую лирику сыграем, любовную. Называется «С тобой». Иногда мы ее называем «Без тебя». От этого как бы глубина переживаний не меняется. Горючий кончик, лирика. Скрыть нечего, защищать, я бы знаю. Это все мне thank you.
сейчас такой ренессанс русского наигрыша, который никак не называется, просто так и называется наигрыш. Мы его прям... Thank you.
Давайте все-таки мы сейчас, вот так сказать, напоследок сыграем такую непростую вещь, в общем. Но русский ей... ес, где Андерсон? Вот точно, абсолютно. Где он, Андерсон? Такая вещь, она называется «Черная бабочка», иногда ее называют «Черная баночка», а иногда «Чертова бабушка», когда плохо слышно. Вот, это такой псевдо-танго. Молодцы, ребята! Thank you.
Михаил Смирнов, Дмитрий Сафонов. Пожалуйста, вас вижу.